Начиная с аэропорта до гостиницы и прогулок по улице. 这是我的护照. Это мой паспорт. 我要换钱. Я хочу обменять деньги. 请问出租车在哪儿? Скажите, пожалуйста, где такси? 我订了标间. Я забронировала стандартный номер. 请快点. Пожалуйста, побыстрее. 问一下早餐在哪儿? Подскажите, пожалуйста, где завтрак? 我来一杯咖啡. Я буду чашку кофе. 请问哪儿有洗手间? Скажите, пожалуйста, где есть туалет? 请问超市怎么走? Подскажите, как пройти к магазину? 谢谢. Спасибо. Если вы хотите бегло заговорить на китайском, но не верите в свои силы и способности, приходите на мой открытый мастер-класс «Как быстро заговорить на китайском на бытовом уровне». Ссылка под этим видео. Скорее регистрируйтесь. Увидимся!